Уборку мусора, чистку улиц от снега и снос ветхих зданий обсудили на совещании в мэрии Магадана. Заседание провел мэр областного центра Юрий Гришан в формате видеоконференции. Руководители коммунальных служб отчитались градоначальнику о своей работе за прошедшую неделю и о планах на следующую. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают уборку мусора с улиц города. Сегодня работаем по приведению порядка уборки мусора. Работаем по вывозу мусора с муниципальных квартир. Зачистка и вывоз снега грязного занимались сегодня по скверу Болдырева, на перекрестках Болдырева, Карла Маркса. По тротуарам вывозим, снимаем накат, черный снег. По Парковой, Дзержинского и Карла Маркса продолжаем в районе 39-41 дома. Подсыпку противогололедными материалами и небольшими участками производили по тем жалобам, которые к нам поступили через ИДДС от граждан. Это улица Речная, Якутская, Гагарина и немножко переулок Школьный. Рабочие предприятия также активно убирают и вывозят мусор с территории бассейна на Октябрьской. Специалисты горсвета по улице Транспортной ремонтируют светофор, который повредили в результате аварии.